Привет, друзья! 29 сегодня декабря. Всех с наступающими праздниками. У нас снегу подвалило, морозы прошли. Вот, вчера мне подарок подвалил. Значит, выиграл я на канале у Сергея Лукинцова. Был розыгрыш сертификата от фирмы Bienenhaus. Выиграл я подарочный сертификат. Вчера мы с ним встретились, с Сергеем. Поговорили немножко. Вот, передал он сертификат подарочный. Ну, в общем, посмотрим. Съедем в магазин, посмотрим, что там можно приобрести. Может, добавим чуть денежек. Чуть, ну, что-нибудь купим, в общем. В общем, спасибо этой фирме. Мелочь, но приятно, как говорится. Так, сейчас я приехал. Пойдем сейчас. Пчел смотреть не буду. Будем раздавать подарки. Не пчелам, а мышам. Снега выпало много, и мыши поперли. Поперли, во все щели лезут. Сейчас им новогодних подарков раздадим. Так, детишки вон с горы катаются. Так, а у нас тут опять снежок повалил. Хорошо подсыпало. Пошел снежок еще. Так, что тут? Что тут? Подзавалило кое-где леточки. Так, вот здесь надо откопать. Так, ну, терпимо, в общем. Так, нормально снежку. Так, сейчас зайдем в зимовник и посмотрим, что там есть. Так, друзья. Оп. Оп. В общем, такие конвертики делаю. Туда зерна. И будем раскладывать сейчас. Так. Так, 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 так. Температура 0. Так, куда ж его? Ладно, сейчас мы сюда несколько пакетиков положим, а мышки найдут, я думаю. Найдут. Так, здесь, которая сыпется, семья. Ну, пчелка сыпется потихоньку. Она везде тут. Везде чуть-чуть понасыпала, конечно. Но сегодня мы ничего не будем. Не чистить ничего, в общем. Раздадим подарки мышам. Так, здесь что у нас? О, съели все. Все поели в предбаннике. Вот так вот. Вот так вот. Пускай точат. Так. Хоп-хоп-хоп. Все, выходим. Пойдем следующий. Заодно посмотрим температуру. Значит, что? За это время у нас несколько дней. Ну, дня 4, наверное, мороза. У меня тут низина. Ну, под 20 градусов было мороза. То есть, как бы, морозец, да, морозец был хороший. Сейчас немножко потеплело. Снежок идет. Ну, пчелки зимуют. Посмотрю, какая температура. Так, заходим. О, чувствуется тепло. Так, что тут у нас? Ну, 5. Ну, я так и ожидал, что, ну, по крайней мере, более-менее стабильно здесь температурка у них, у пчелок. Так что особо переживать нечего. Уже потом будем смотреть. Сухо все. Все сухо, четко. Так, ну, заглянем вот в эту верхнюю семейку сейчас. Так, чтобы не сильно как-то тревожить. Опа. Аккуратненько. Так, что у нас тут?
раз чуть-чуть есть. Чуть-чуть дышу, значит. Так. Посмотрим сейчас, где они тут. Вот они. 1, 2, 3, 4 улочки. Пчелки возле начала сидят. О, так вот как-то. Все отлично. Все отлично. Зимовка. Зимовка идет. Так, закрываем. Все, сейчас я тут тоже от мышек разложу. Здесь-то вроде и следов не видно, но на всякий случай положим. Все, друзья. Еще раз всех наступающими праздниками. Новый год на носу. Сейчас перевалит, а там уже и до весны недалеко. Всем хорошо перезимовать. И удачи в следующем году. Всем пока.